Блокчейн поможет улучшить защиту. Японская транснациональная корпорация Sony предложила использовать две разные платформы блокчейн в сочетании друг с другом как часть многофакторной системы аутентификации. Соответствующая патентная заявка была опубликована 26 октября на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США. Новая система защиты предполагает, что помимо имени пользователя и пароля необходимо будет ввести дополнительный код, который генерируется при каждом новом входе на сайт или платформу. Эти коды будет генерировать одна блокчейн-платформа, после чего они будут передаваться на вторую платформу для подтверждения данных пользователя при попытке совершить транзакцию.